О, Ксманов, ты что делаешь? VR играю, пап. Дай мне попробовать. Может, не надо, сейчас испугаешься, еще разобьешь, а они вообще дорогие. Че, охренел, что ли? Я вообще в жизни ничего не боюсь, понял? Ну ладно. Вообще круто, все как по-настоящему. Это что там такое? Ну я так и знал. Быстрее все выключай с розетки, пока ничего не сгорело. Фу, ну вроде успели. Там папа в щитке ковырялся. В твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы... Скорую вызывай. Я уже. Эх, как же хорошо всей семьей пиздеть фильм посмотри, да? Вообще не говори кайф. Бать, ну может я уже пойду? Стой, стой, стой. Не двигайся, у тебя на лбу прям. Прям на лбу. Все, задолбали. Секретное оружие. Ну все, сейчас нормально будет. А что это? Папа! По дворе на меня напали, сломали мне новый телефон, смотри. Как, мы же его тебе вчера-то купили? А ну пошли разберемся. Да не вы, ушли уже. Всем привет, это канал Экспериментатор 1.0. И сегодня мы проверим, что крепче, мой новый телефон или вот эта вот непонятная штука. О, наконец-то я пришел. Здорово, пап. Я не понял, а что так сигаретами пахнет? Ты что, куришь? В смысле, у меня даже друзья никто не курит. Сейчас я посмотрю, как ты не куришь. Ну-ка, открывай портфель свой. Это что такое? Да это чай просто. Да, чай. Кому ты тут загоняешь? Сейчас посмотрим, что это за чай. А это что такое? Мука. Ты что меня за придурок держишь? Нахрена тебе в школе мука? А это куда надо? Это язык, да? Пап, ну не надо. Это капсула для стирки. Пап, у тебя все хорошо? Это не сына вырисовал, а лошару какого-то. Это пранк! Че за придурок растет? Пс, пс, пс. Все, 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 все. Эй, лошара! Че, это мне? Тебе, тебе, придурок, лови! О, ну сейчас я приду. 12-я квартира у шлепок. Сыночка, открой, пожалуйста. Сыночка, скучаешь по папе? Я тоже по нему скучаю. Папа! Ай, блин. Дорогой! На помощь! Я не чувствую своих ног. Дорогой, а ты не хочешь со мной сегодня выпить? Ой, нет, спасибо, я еще после прошлого раз не отошел. Вот, значит, как со своими мужиками в гаражах бухать, так ты сразу-то побежал, а с родной женой не можешь. Ладно, Катя, вот в последний раз. Кто ты по жизни? Ты лох. Понял? И кенты твои такие же. Мам, посмотри, какого я котеночка на улице нашел, давай его оставим. Ой, какой милый, но нам же его совсем нечем кормить. Ты же понимаешь, что для того, чтобы он остался, нужно, чтобы кто-то ушел. Да, я понимаю. Я дома. Нет никого. Проходил мы в ту комнату, где телевизор. Я сейчас тортик нарежу и чаечек принесу нам. Хорошо. Боже мой. Смотри, какая у меня бицуха. Ты у меня такой тигр. О, молодежь. Бать, ну ты хоть штаны одень. Кого мне стесняться, я думаю себе. Опа, чирик. У вас там дырка на трусах. Да? Пропердел походу. Ладно, пойду посру. Не обращай внимания. Знаешь, мы, наверное, с тобой все-таки поторопились. Я это, пойду домой. Номер удали мой. Вон, смотри, уже вторая ушла. Ты пошел на курс какие-нибудь записался, но так с мамкой вообще внуков никогда не дождемся. По полям, синий трактор едет к нам. Мам, выйди! Ой, да чего я там не видел-то? Я тебя маленького купал вообще-то. Да это когда был-то? Да ничего вроде не изменил. Мама! Ой, все, ухожу, разорался. Ой, 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 ой. О, хорошо. А ну-ка вышел отсюда. Чего я там не видел-то? Ты ничего не сказал! Oh!
Где у нас маленькие ложки? Дай поспать, придурок. Ладно. Только рюмка водки на столе. Мам, мы с папой на рынок поехали, мне весь в школе смотреть. Хорошо, хоть отдохну от вас нормально. Может, на рынок уехали? Че я такая кривонога внезапно стала? Стой! Да что? А как так получается? Я от тебя бегу, а ты пешком идешь, и ты меня догоняешь все равно. Я откуда знаю, я даже бегать не умею, у меня так всегда было. Подожди! Да чё, у меня времени мало, мне еще в один дом надо. Зачем тебе это вообще надо? Ну давай, я тебе расскажу. Так вот, после этого я и начал этим заниматься. И вот опять я на это купился.